7 июня прошло годовое общее собрание акционеров «Газпромнефти», на котором были утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность компании за 2012 год. В минувшем году «Газпромнефть» стала лидером российской нефтяной отрасли по темпам роста добычи углеводородов, которая достигла 59,7 миллиона тонн, превысив на 4,3% показатели 2011 года. Компания расширила географию деятельности за рубежом, а также получила первую нефть в рамках новых крупных проектов на севере Ямало-Ненецкого автономного округа. Объем переработки углеводородов в 2012 году вырос на 7% до 43,34 миллиона тонн. На прошедшем собрании акционеры компании поддержали рекомендацию совета директоров увеличить долю прибыли, направляемую на дивиденды, с 22% до 25%. Таким образом, на каждую акцию будет начислено 9 рублей 30 копеек, что на 27% превышает уровень выплат по итогам 2012 года. Производственные и финансовые результаты «Газпромнефти» в 2012 году существенно превысили показатели 2011 года и стали лучшими за всю историю компании. Высокие темпы развития позволили нам по ряду показателей достичь ориентиров, предусмотренных стратегией развития «Газпромнефти» до 2020 года. Это дало нам возможность ставить новые задачи и утвердить стратегию до 2025 года, стремясь и дальше наращивать стоимость компании. Мы уже увеличили долю прибыли, направляемую на выплату акционерам, а в ближайшее время планируем перейти на выплату промежуточных дивидендов, отметил председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.